Много вопросов у жителей города вызывают деревья, которые растут в непосредственной близости от дома. Иногда их ветви загораживают доступ света в квартиру, а порой, особенно весной, провоцируют приступ аллергии. Срубить дерево самостоятельно граждане не имеют права. По таким вопросам необходимо обратиться в управляющую компанию. Вопрос решается на общем собрании собственников. Первым делом жильцов знакомят с повесткой встречи. Также назначается проведение очного собрания, где люди собираются на придомовую территорию, около подъезда, обсуждают поставленные вопросы в повестке собрания и принимают уже решения по ним. Но, как правило, народ у нас не очень ответственный, и не все выходят, и не набирается так, как таковой кворум. По закону собраться должны не менее 51% собственников. При этом за вырубку должна быть половина из них. То есть из всего дома достаточно лишь 25% собственников для принятия положительного решения. На следующий день начинается заочная часть голосования, где жителям на бумаге предстоит ответить на вопросы повестки. И на основании проведенной заочной части уже подводится подсчет и составляется протокол. Если все-таки кворум на заочной части набрался, приняли участие в голосовании более 50% собственников, и из них же большинство согласны, значит, собрание считается правомочным, и решение принято в положительную сторону. Составляется протокол, на основании этого протокола уже будут проводиться работы по спилу дерева. Чаще всего проблема решается своевременным кронированием дерева. Однако, если это не помогает, то, как показывает практика, соседи проявляют понимание и находят общий язык. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.